Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Ну что, у меня вынужденное второе видео за сегодняшний день. Прилетели голодненькие. И все абсолютно разные. Вы видите, если вы разбираетесь в пчелах, то вы видите. Здесь и черные пчелы есть, и рыжие пчелы есть. Я вижу здесь три вида. Но это даже еще не все, дорогие мои. Идем гулять дальше. Пошли. Сейчас я вам покажу. Динуся, сиди дома, зайка. Я тебя попозже выпущу. Так. Если вы помните, то под кормочку, вот эту вот, да, мой мед, который был, я поставила только там, в одном месте. А вы смотрите, что у меня здесь сегодня происходит. Я здесь вообще ничего не делала. У меня здесь движуха пошла. Это прям я вообще не понимаю, что происходит. Причем они лазят во все, абсолютно во все мои ульи. Может даже и заселиться. Вот так вот. Вы видите, что происходит? И такой гул хороший стоит. Ого-го. Так, надо Дину выпускать. Сейчас выпущу. Ну, девочка просится. Ой-ой-ой. Сейчас я... Сейчас, Динусь, иду! Динусь! Иду! Ой, здесь ходить опасно. Здесь, смотрите, какие яблоки здоровые валяются. Здесь, может, какая-то... Да сейчас, моя хорошая, красотка! Иди, выходи. Быстрее, выбегай. Давай, на охоту пошла. Давай. Так что, представляете, дорогие мои... Вы представляете? Я ведь там вообще в ульях ничего не делала, не подкармливала их. Ничего не делала. У меня подкормка есть такая специальная для пчелок, но это если на весну, и это если свои пчелы, и если прилетят, то я думала, ну, в принципе, наверное, подкармлю их. Пока еще и цветений нету. Потому что пчела живет, по-моему, насколько я помню, 21 или 25 дней всего-навсего успевает принести мед, вывести потомство. Вы видите, что происходит? Вот это красота. Ну ладно, будем наблюдать, как говорится. Да? Всех целую, обнимаю. Всем мира, добра, любви. А пока! Пока!